Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Uncharted 3 часть Иллюзии Дрейка. Глава называется «Караван». Мы помчались по пустыне на лошадях, ребята. Идем по пути за этим караваном. Смотри, проход узкий. Проход узкий, я успею, давай, быстро. Потихонечку, главное, чтобы... Мы уже рядом, конвой будет впереди. Главное, чтобы ничего не обвалилось тут. Осторожней, Дрейк! Вон они! Конвой под нами! Надо спешить! Дрейк, не трать патроны! Слишком далеко не достать! Ну а что, мы вдвоем решили их атаковать? А где его... братва вся его? Салим, где твоя братва вся? Срежем здесь! Не отставай! Давай, скачу за тобой. Еще немного, давай! Мы их догоним все равно. Скорей, это наш шанс! Вперед! Прыгай на грузовик, разберись с ними! Конечно, ой, разберусь. Тот, что слева! Давай, а ты на второй прыгай. На! Я разобрался. Есть. Дальше-то куда? Давай разберемся с ними. Готов. Ну-ка, может, на тот перепрыгнуть, а? Патроны заберем, давай, это все надо, пригодится. Вон сзади кто-то едет. Тихо, не кипишу. Готов. Кто еще? Вон конь за мной едет. А, погнали, на коня. Быстрее, дальше, на следующий грузовик. Он, наверное, в первой машине. Хорош, ты че? Стреляешь, американец! Давай до первой машины надо добраться. Ах ты! Готов? Тихо! Отлично! Дай-ка я залезу вообще, а? Бам! Где там конь? Конь где? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Бьет очень больно. Все, надо отдышаться, главное. Давай, главное, чтобы меня никто не подстрелил. Есть, улетел. Где пулеметчик? Вон он. Сейчас попаду. Я к нему сейчас. Быстрее к нему. Ну, давай, главное, чтобы не стрелял. Есть. Все, забираю. Куда? Бери гранатомет, быстрей. Готов, раз. Еще один грузовик, давай, стреляй. Есть. Готов. Чуешь ты? Грузовик горит, прыгай. Прыгаю, нормально все. Успел. Яблочко. Все, четенько, давай. Мотоциклистов сейчас уберем. Один, второй. Сейчас третьего, подожди. Третий. И ловко. С этим давай разберемся. Подожди. Сзади никого, нормально. Скорее, через колонну. Нам надо в начало колонны. Надо, двигай, значит, вперед. Черт, и ловко. Ай, откуда ты взялся-то? Ай, как так-то? Авария. Поскакали теперь вместе. Давай скачи, я буду отстреливаться. Я! Эй, да, Рая!
прыгай, 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 да, поехали. Быстрее, что-то их много реально здесь. Ну мы уже почти. Вперед! Вон там, впереди! Сейчас я до него доскочу. Иди сюда. Вот так, раз. Конь, где? Ой, братва наша подоспела, смотри. Этот грузовик заколебал, мне тут мешает. Этого повалил, следующий. Тоже нормально. Мы уже близко! Ну-ка, давай-ка с этим как разобраться? Салливан! Салли, ты там? Давай, прыгать надо. Ну, давай, прыгай. Ой-ой-ой, осторожно. Салим. О, Салли, держись, братан. Все, Салли, молодец. Ты живой? Черт. Давай, цепляйся, надо ему помочь. О, черт. Спасай. Иду, да иду. Спасаю, спасаю. Иду, иду уже, я к тебе. Салли, оставь. Тихо, тихо, держись. Я не удержусь. Затянись уже. Хватай его. Хватайся, давай. Есть, а мне надо с этим разобраться сейчас. Опа, это этот крепкий парень, который всегда меня швыряет везде. Ну давай. Рукопашечку устроим с тобой. На. Давай, подходи. Подходи. Тихо, 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 тихо. О, нет, нет, нет! Держись, как же! Куда я полетел? Как Терминатор в фильме Терминатор 3. Эй! Вот. Вот и все. Эй! Как ты? Я-то нормально. Фух, я думал, тебя убили. Ну, попытались. И как ты ухитрился меня здесь найти? Мне помогли. Салим помог мне. Салим. Салливан, спасибо. Времени мало. Они не должны войти в город. Может... Он прав, Нейт. Я был в плену у этих психов много дней. Уж не знаю, что именно Марлоу тут ищет, но явно не сокровище. Ей надо помешать. Дрейк, медлить нельзя. Яла! Не заскучаешь, а, Салли? Это уж точно. С вами не соскучишься. Там же буря! Нам точно нужно прямо туда! Верь мне, Дрейк! Верь мне! Нам бы не столкнуться друг с другом. Дрейк, где ты? Салли! Не отставай! Мы потеряли Салима. Где Салим? Похоже, мы отстали! Кони не хотят идти. Бесполезно! А что произошло-то? Они явно что-то знают про это место. Куда-то они попали в потусторонний мир, что ли? Не пойму, почему мы не вместе-то? Это конвой. Держись, Салли. Пойду гляну. Сейчас. Как мы их найдем в такую бурю? Давай вырубим их. Один и второй. Бабам. Куда же Салим-то делся, а? Эй-эй-эй-эй-эй-эй, кто там? Ну-ка, 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 тихо. Ты
Да хорош так сильно-то по мне стрелять. О, господи, нет! Нет-нет, да, Салли, мы что-то не. Что-то пошло не так. Минус один. Снайперка. Мимо. Блин. Готов. Еще два патрона. Вот он бежит. Ну куда ты? Ай. Слушай, с этим вообще опасно. Этот с пулеметом. Салли, давай отстреливайся сам. Все, я пистолет возьму сейчас. Сейчас приду обратно, подожди, мне залечиться просто надо чуть-чуть. Есть, попал вроде, ну я не знаю, как с ним бороться-то надо. Что-то сделать надо. Погоди, а если мы их трогать не будем, подожди. Давай мимо как-то обойти это все дело. Кто там? Да никто там. Получится стороной обойти. А, он впалил все равно. Они все равно палят. Тун-тун-ту-ду-дун. Так. Обменялись. Салли, давай аккуратно. У меня только пестик, все, больше ничего нет. Самый опасный, блин, тот с пулеметом. Вот он. Надо с ним лучше в рукопашку. А, как с ним в рукопашку-то? Он не дается в рукопашку. Я понял. Надо... Здесь надо по-другому действовать. Где-то должны быть... Где-то пушка должна быть хорошая, которая с ним справится. Потому что это фигня. Это не пушка. Оп. Ну ладно, я снайперку взял, но толку с нее. Если только по-тихому попробовать. Блин, никак не получается по-тихому. А этот пулеметчик сразу приходит. Ну-ка на гранату. На-ка еще гранату. Где он там, пулеметчик этот? Есть. Отвали. Салли, прикрой меня. Мне кажется, мы с пулеметчиком-то справились. Теперь надо вот с этим разобраться просто. Ну-ка давай в рукопашку пошли. С этим хотя бы можно в рукопашку. Не то, что с тем здоровым. Он даже вообще не давал себя ударить ни капельки. Так запланировано. Это не есть. Весь конвой. Что-то их мало. Наверное, отстали от остальных. Давай. Так, все. Пулемет тот не буду брать, он беспонтовый. Кто еще здесь есть, ребята? Кто остался? Возьмем вот эту штуку. В принципе, она хорошо стреляет, патронов много на нее. Гранаты обязательно. Все, Салли, пойдем. У нас получилось здесь пройти. Вон еще бежит. Ха, засел. Не видно, думаешь, да? Ты думал, не видно, да? А тебя, оказывается, видно. Так, кто еще? Закончился конвой. Опа, опа. Аккуратно. Опять пулеметчик, что ли?
Не, так не серьезно. Кто-то очень сильно лупит. Тихо, дайте отдышаться, ребят. Я тебе так вот скажу. О, я нашел, чем можно бороться. Надо только отойти от... Гранатомет, главное, схватил. Все, бежим. Сейчас я тебя пущу, подожди. Разбил его, разбил. Я жив вообще, нет? Тихо, дайте мне залечиться маленько. Выбьем его оттуда. Не надо выбивать меня отсюда. Погоди, Салли, давай вообще уйдем отсюда. Вообще уйдем, прям вот подальше. Салли там остался, я здесь, да? Все, понял я. А гранатомета нету, патронов. Я его просто не вижу, где он там. Вообще не вижу, где там. Не, зря, плохая была идея уйти отсюда. Да иди нафиг, а! Вот этот меня сильно подбил. Отойди, отойди, Дрейк, отсюда. Очень больно. Разойдись! Да как тебе сказать, разойдись? Как я тебе разойдусь тут? Ладно, одного убрали хотя бы. Надо залезть, снайперку взять, потому что я со снайперки смогу того хотя бы убрать. Спасибо. Спасибо, да. Где он там? Черт! Отходим, Салли. О, здесь рядышком пришел ко мне. Так, тихо, зачем так? Не, ну какая-то заваруха такая серьезная здесь. Да хорош, а? Пока нацелишься. Берегитесь! И снайперка всего. Всего чуть-чуть патронов. О, черт. Стреляй по грузовикам из гранатомета! Ага. Тебе конец! О, черт. Я, по-моему, попал по нему. Вот этого снайпера еще убрать. Не знаю, попал, нет. Не видно, просто... Просто видно, что... А! Вот так. Ну-ка, подожди, вылези только. Есть. Ай! По каким грузовикам-то стрелять из гранатомета? Бам! Попал куда-то. Я куда-то попал, но, блин, это вообще опасная штука. Так воевать с ними. Патронов совсем мало. Салли, что делать-то будем? Опа. Ну-ка садись. Давай вот эту заберем хотя бы. УЗИшечку. Да хорош, ты чё такой? Прям мы место выбрали, да, бороться где? На. Хоть автомат мне принес. Так, тихо. Вот этот засел еще.
А, вон гранатомет лежит, по-моему. Да? Или нет? Так. Где он там? Убрали мы его? Нет? Все, вроде тишина. Здесь кто-то палит. Ага. Там вдалеке он лазерным прицелом пытается. Какая-то тут напряженка чувствуется. Ну-ка, давай сюда пробежим. Садись, все. Сали, все будет нормально. Надо нам как-то поближе пробиться. Да сядь! Где еще взять гранатомет-то? А, погоди, я знаю. Я знаю, нам не сюда. Я с другой стороны. Да хорош по мне палить. Я сейчас с другой стороны пойду. Там, потому что был гранатомет где-то лежал. Ну, уворачивайся. Садись. Да садись. Вот здесь надо обойти. Мне кажется, здесь есть наверху где-то гранатометы по-любому. Сядь. Вон там, наверху, по-любому у чувака был. Почему он по мне так видит меня хорошо, а? Есть гранатомет. Стреляй, говорит, по грузовикам. Попал? Опа. Отлично. Все, он теперь так не будет палить. То, что надо. Зараза. Ага. Где там? Да ё-моё, блин. А, уже хорошо. Уже хорошо, что мы хотя бы отсюда начали. Это радует. Где-то здесь с прицелом кто-то. Ай, пошел нафиг. Все, я ухожу отсюда. Сали, помогай. Сейчас рванет. Тихо. Держи. Нет. Все, вот так. Сейчас мы с ним поборемся. Давай, держи. Есть. Сали, я тебе помогу сейчас. Ух ты, не помог, Сали, я тебе не помог. Все равно помогу сейчас. Нормально, все, вот сейчас хорошо все пошло. Кто там еще, а? Кто-то еще прицельно бьет. Сали, аккуратно. Уворачиваемся. Надо ближе подобраться. Ах ты, вон где. Присядь. Еще один. А, вон и отсюда кто-то лупит. Есть. А здесь где он? Я не вижу в этой буре вообще, где у него там. Куда стрелять? О, я в голову ему попал еще, прикинь. Так. Ой, здорово, чувак. Пинул просто его. Вроде это все. Все, я реально. Повезло. Давай идем сюда быстрей. Какие-то ворота, смотри. Вот и он. Добрались.
Так, идем внутрь. Давай, давай, заходим. Сокровище. Маска из Сабейского царства. Охренеть. Ух ты. Посмотри. Так он существует. Обалдеть. Круто. Вот ради чего. Задолбаешься полировать. Он гигантский. Бестолку. Вот это, по идее, вход. Но он закрыт. Тут должен быть запирающий механизм. Надо искать. Давай поищем. Давай поищем. Вот лестница есть, смотри. Кстати, я стащил у Марлоу твой дневник. Подумал, пригодится. Старый лис. Салли, сюда. Посмотри. Видал, что придумал? Черт, заело. Заело старое все, потому что здесь. Ну-ка, Салли, нажми. Нейт, есть еще на той стороне. Ну, пошли на ту сторону. Сейчас я схожу тогда, гляну там. Ты нажимай здесь, я туда пошел. Попробую с ним что-нибудь сделать. Подожди, а как туда залезть-то? Это, знаешь, легко сказать, есть на той стороне. Походу, давай ты крути, я вон там сейчас зацеплюсь и уехал на ту сторону вообще. А там внизу что-то моргает, смотри. Надо туда спуститься обязательно. Да куда ты так высоко? Не надо так прыгать. Переломался весь. Салли, нажимай давай быстрей. Во, сокровище. Бык из Сабейского царства. Давай, я поехал. Так, мне туда как-то надо допрыгать будет. Салли, я наверх. Ага, вижу, мне вон туда надо. Жди здесь. А дальше как? Погоди, ну дальше вот сюда, наверное. Оп! Поползли по кирпичам. Очень высоко. Ну тут, наверное, за люстру надо. Иди к другому рычагу. Хорошо, еще Салли. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Так, давай дальше. Сейчас я нажму тоже. Лестница обломана, и здесь я не знаю потом, как спускаться. Давай. Вот и все, ворота открываются. Офигеть. Город, таинственный город. Сработало. Как сказал бы Виктор Салливан, чтоб не провалиться. Салли, как мне теперь сброситься отсюда? Спрыгнуть как? Ну-ка, свесься. Не, а правда, как спуститься-то? Придется просто вниз. Не надо так. Так, мы ворота открыли. Ну давай на люстру обратно. Не, погоди, ну люстра, люстра, я с той лю... А, ну я понял. Понял, можно там
На перекладине. А, вон лестница. Все, я увидел куда. Есть спасение. Всего лишь на лестницу. Охренеть. Вот он, древний город. Атлантида Песков. Ну, надо же. Ладно. Виктор Салливан, мы в Убаре. В Убаре. Ребята, будем исследовать этот город в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, кто не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Всем удачи, всем пока.